Итак, сегодня, наверное, будет нестандартное видео. Я его смонтирую из двух частей. Первая часть – это мое открытие подарков. Я покажу вам, что у меня выпало. Ну и вторая часть – как Кундао выкачивал у нас нашего оголечка. В общем, посмотрите, скажите, как по дропу. Ну и, конечно же, пишите, будете ли вы качать призы или не будете. Простите, что не делал видео по обновлению, посчитал это не актуальным. В общем, надеюсь, не обиделись насчет этого. Ну а здесь, конечно же, смотрите, ставьте лайки. Ну и по дропу пишите, конечно. Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ну и вот, у нас уже буквально остался один денек, и ведут новые подарки. Появится Осирис, появится какой-то новый питомец. В общем, посмотрим уже завтра. Ну а сегодня мы открываем мои бесплатки и посмотрим, что выпало. Ничего из того, что сейчас есть у нас на веселом рынке, мне не нужно и не интересно. Так же, как и яйцо композитора, всякие субарики, джиты, там, имею в виду, энергетические преобразователи. Энергетически у меня, ребята, 9-й, 10-й, ну, мне не такой критично, если честно. Накопить 100 зарядов, ну, я не знаю, это надо быть маньяком, чтобы реально накопить. Ну, я на кошмы так сильно не хожу, мне не страшно. Субарик я уже показывал, он у меня 5-й. Ну, то есть, соответственно, мне его некуда качать. Ну, а, ребята, лицо композитора, ну, то есть, у меня оно 10 уровня. Если оно выпадет хоть чуть-чуть, ну, и хорошо, что оно выпадет. Так что, давайте попрем. Итак, раз, два, три, 4, 10. Отлично! Яйцо композитора плюс 1. Хорошо, давай. Раз, также. 2, 3, 4, 10. Да ты чё, блин? Я 10 подарков потратил, блин. Ё-моё. 10. Отлично, яйцо композитора, ребят, 12. И главное, что 670 звезд. О, а вот это хорошее. Ну, эти я так уже пооткрываю, чтобы просто было. Ну, 2 уровня кольца, ребят, с бесплаток. Прям прекрасно. Сейчас... О, 340. 340 это классно. Итак, нет, подожди. Вот теперь, субарик просто. Тут, если что-то будет, то будут звезды. Скорее всего, будет что-нибудь интересное. Давай, 260 звезд. И 800 тысяч звезд. А, вот, кстати, давай. 10. Блин, я думал, там выпадет звезд целая гора. 1500. Короче, нету. О, 290. О, 300. Во. Это как раз по звездам. Это так и должно быть. Это прям вообще огонь. Ну что ж, 9-й энергетический преобразователь. Будет ли 10-й с 15 подарков? Да вот как бы шиш с маслом, я думаю. Просто вот большой, огромный шиш с маслом. Но по-другому ничего сказать не могу. Давайте быстро посмотрим, как оно идет. Ну что ж, поехали. Ну давай, энергопреобразователь. Ну хоть звезд сыпет вообще прям, от души прям сыпет. Не, если выпадет, я буду ржать. Ну не должен. На него люди очень много тратят, короче. Ну то есть мне на халяву выпасть 10-й. Да, это бесполезно, короче, это просто нереально. Ну, в общем, мы закончились. Мы закончили, выпало, короче, мне кольцо 2 раза, ребят, 100 к очкам влияния. Ну, нормально, не страшно. Энергетический 9-й, в общем, для меня, короче, эта акция закончилась. Чисто тем, что у меня еще 579 нефти, ждем следующую волну. Что будет, непонятно, что будет, неизвестно. Видосик будет, скорее всего, ночью, так что там посмотрим. Ну, а с вас, ребята, лайкосик, кто вытащил энергетический преобразователь хотя бы до 9 уровня. Но, как видите, я все. Я полный пас. Ни сюда ни одной звездочки тратить не буду. За все лето, ребят, 33 тысячи звезд накопил. Просто потому, что, ну, что первая, что вторая волна для меня были не актуальны. Просто не актуальны. Пока.